Привет всем смелым, отважным и красивым! Сегодня у нас с вами распаковка бьюти-бокса от Glossy Box. Но прежде мы начнем эту распаковку, я попрошу вас нажать кнопочку внизу под этим видео «Подписаться». Так вы не пропустите никакие видео, спойлеры и особенные специальные предложения, которыми я делюсь на моем канале и, конечно же, в сообществе. Ну а мы с вами начинаем и рассматриваем вот этот бьюти-бокс, который в лимитированном своем дизайне приехал ко мне. У меня версия bold, то бишь смелый. Вообще изначально было три коробочки. Это bold, brave and beautiful. Но, к сожалению, мне тут смелость досталась, а очень бы хотелось красоты. Тем не менее, вот такая вот цветовая гамма. Здесь у нас и розовый, и оранжевый, и сиреневый. Все разноцветное, разнообразное, сочное, интересное. И давайте открывать, конечно же, смотреть, что там внутри, что нам приготовил этот Beauty Box. Внутри, как всегда, все в дизайне Glossy Box, очаровательно. И знаете, сегодня мы с вами открываем заключительный Beauty Box по моему годовому абонементу. Годовой абонемент закончился, продлять я его не буду. Об этом мы поговорим с вами в конце этого видео. Ну а сейчас полюбуемся красотой, которая ожидает нас внутри. Как всегда, здесь очаровательные завязочки. Есть вот такой вот флаер. Здесь у нас тоже QR-код, как всегда. Его можно отсканировать. Это мы с вами обязательно, конечно же, сделаем. Девушка, и вот она, тема нашего месяца августа, bold, brave and beautiful. Я немножечко пошуршу, и мы с вами посмотрим уже на первый спойлер моего наполнения. Как всегда, у Glossy Box традиционно три обязательных продукта. Это для немецкой, разумеется, версии. А дальше идут варьируемые. И как всегда, варьируемых, ах, на любой вкус. Мы начнем с вами, как всегда, с обязательного продукта, который будет у всех, их три. И первый продукт — это Ритуал. Здесь у меня все еще в дизайне, все вот в этой ленточке. Как-то вот так вот сложилось, что почему-то ленточка привязалась. Ритуал, здесь Ритуал of Karma, 150 мл. Это увлажняющий комплекс, лосьон в виде мусса для тела. Я закончила буквально недавно из вот этого направления от Rituals, мне очень понравился аромат. У меня был не лосьон, у меня была пенка для душа, надолго хватило, там была просто малышечка, будет в пустых баночках. Ну, здесь, конечно же, 150 мл, это побольше объем, и такое средство я еще не пробовала. Безмерно ему рада, это для меня что-то новенькое, что-то свеженькое, что-то интересное, и тем более мне очень понравился аромат. Сейчас я его открывать пока пробовать не буду, потому что мы переезжаем, сейчас все будет снова упаковываться. Ну, а мы движемся дальше. Следующий продукт у нас тоже из обязательных. Вот такая вот малышка, тем не менее, это, насколько я помню, полноразмерка. Приехала она к нам из Австралии, далекий путь проделала, 10 грамм. Здесь у нас бальзам для губ с кокосиком и со защитой 50+. То, что здесь есть защита для губ 50+, я нахожу восхитительным. От этой марки Bondi Sense я, по-моему, еще ничего не пробовала, но это не точно. Но вот то, что здесь кокос, к сожалению, мне не сильно нравится, потому что там мог бы быть манго. И манго я просто обожаю. Я бы очень хотела, чтобы здесь действительно был манго, а не кокос, но уж что положили. Конечно, тут, к сожалению, выбора нам не дали. Не дали выбора нам с дизайном коробочки, которую бы мы хотели получить, и не дали выбора нам с продуктом. Тем не менее, я считаю, что продукт замечательный, но со мной он не останется. Он найдет себе новую хозяйку. Я подарю это средство. А вот следующее, скорее всего, я оставлю себе. Давайте быстренько отсканирую я сейчас код, для того, чтобы нам с вами было просто гораздо проще смотреть, какие там были продукты, и они варьируемые у нас или не варьируемые. Потому что, конечно же, спойлер-то я делала. Кстати, вы смотрите спойлеры, они всегда у нас в шортс. Если вы их не смотрите, пропускаете, тогда вы не знаете, что вас ожидает в вашем бьюти-боксе. Следующий продукт у нас от Ларицы Косметик. Упакован в отдельную коробочку. Он к нам приехал, насколько я так понимаю, из Канады, но вот сделан он у нас в Китае. Цвет будет топаз, здесь написано.
Cruelty free, веган, это замечательно. От Ларисы Косметик у меня есть палетка. И, по-моему, это все, что у меня есть от этой марки. Только посмотрите на этот цвет. Вот это блестки, вот это шик, вот это роскошь. Это средство, которое вы можете использовать как губную помаду, как хайлайтер, какие-то подсветить места. В принципе, я считаю это довольно интересным. Давайте посмотрим, насколько я так понимаю, это у нас полная размерка должна быть. Да, это действительно полная размерка, стоимость ее 22,90. Существенная цена, тут мог бы быть варьируемый продукт, но я очень рада именно вот этому, потому что я с удовольствием, конечно же, попробую. Давайте сейчас этот продукт останется со мной, и, может быть, даже можно уже будет вводить в свою косметичку. Мы попробуем буквально чуть-чуть. В качестве хайлайтера, мне кажется, ну прям вау-вау, из космоса будет видно. Так, а вот в качестве губной помады, ну может быть, давайте я сейчас попробую немножечко по консистенции посмотреть. Приятная, приятная консистенция, вот смотрите, а хотя нет, ничего, нормально. Не страшнее моего хайлайтера из Goody Box. Хотя я вот вижу здесь прям отдельные такие маленькие частички, блесточки. Они прям явно видны, конечно, вот сейчас у меня на руке. Но когда я смотрю в зеркало и вам, скорее всего, в камере, не видны эти маленькие частички, вам видно просто свечение. Я думаю, что это, в принципе, хороший довольно-таки продукт. Следующий продукт у нас уже варьируемый. И тут могло бы быть то, что, в принципе, меня заинтересовало бы. Это Alverde Natur Cosmetic, полноразмерка, компактная пудра в цвете Honey Gold. Ну, возможно, Honey Gold не совсем мой цвет, но компактная пудра – это вещь полезная. Следующий варьируемый продукт от Alverde Natur Cosmetic. Здесь могло бы быть либо тушь, либо карандашик в цвете бургундский красный. Было бы тоже интересно, но не в моей коробочке. Следующий продукт как раз-таки из варьируемых, которых у меня здесь предостаточно. Вот он, пожалуйста. Полная размерочка. Вот такая огроменная от марки Triacle Moon, наверное, называется. Впервые я ее вижу. По-моему, я ее уже видела в других бьюти-боксах, но ко мне она попала впервые. Здесь 425 мл. Что же это такое? Это чашечка позитивного чая, хотя это, конечно же, не чай, это средство для ванны, это пена для ванны, причем она должна пахнуть яблочной мятой и сладким деревом. Что же это за ароматы? Давайте понюхаем, обязательно понюхаем. Смотрите, оно еще и зеленое, при этом видно? Да, оно зеленое. Мята не пахнет, пахнет приятно. Но пахнет ли оно яблоком? Нет, мятой тоже нет. Деревом? Есть, да, есть какая-то нотка дерева. Угу. Сладкого дерева? Я не знаю, что такое сладкое дерево. Дерево бывает сладкое, кислое, или оно бывает какое? Соленое. Кто-нибудь вообще пробовал дерево? Не знаю. Сложно сказать, но аромат приятный. Средство большое, ванна у меня есть пока что, скажем так. Но, тем не менее, я не оставлю это средство себе, потому что у меня сейчас огромное количество гелей для душа, средств для ванны, благодаря моим заказам на Ифраше, поэтому я, конечно, вот этот чай, наверное, чай, в кавычках, потому что это не чай. Это гель для ванны и для душа. Я оставлю в качестве подарка. Мне кажется, вот другой человечек просто-напросто больше порадуется, нежели я. Следующий продукт из варьируемых от Catrice. У нас полноразмерка, и это за 3,49 мог бы быть лак. Он мог бы быть ярко-сочно-розового, насыщенного желтого, возможно, даже оранжевого, но мне достался синий. Давайте посмотрим на него. Вот такой цвета неба. Очень яркий, очень красивый. На мой взгляд, действительно летний. Такой я бы себе могла представить именно летом носить. Здесь 10,5 мл. Цвет 20. Ну, как вы знаете, лаки – это не самый мой любимый продукт. Поэтому, конечно же, этот лак отправится к Викуле, который обожает лаки. Соответственно, мы с вами все распаковали. В этой коробочке больше ничего нет, только осталась бумажка. Причем в этот раз бумажка лежит на своем месте, все правильно. Ее много, она хорошо здесь расформирована. И все продукты лежали прям аккуратненько на своих местах. Это большой, конечно, плюс. Следующий варьируемый продукт у нас мог бы быть, ему бы я порадовалась, от M.Azam. Полная размерка. И здесь несколько вариантов
карандашики для губ. Но, к сожалению, мне ничего не попалось, поэтому вот. Что есть, то есть. Давайте еще раз быстренько пробежимся, посмотрим, что было в этом боксе. Обсудим с вами финансовое наполнение, что понравилось, что нет, а потом перейдем к спойлеру на сентябрь. Да-да, я вас полностью проспойлерую. Я это сделаю. Так что, если вам интересно, оставайтесь со мной. Итак, что же мы нашли в этом бьюти-боксе от Rituals? Здесь у нас лосьон для тела. Просто огроменная полноразмерочка средства для ванны. Также хайлайтер от Ларицы Косметик. Средство для губ от австралийской марки. И Катрис вот в таком ярком синем цвете. Вот такое вот наполнение моего бокса. Вышло оно на 50 евро 23 цента. Как всегда, Glossy Box нам обещает, что наполнение будет минимум на 50 евро, на целых 23. Они провисили свои обещания. Если бы, конечно, из варьируемых продуктов здесь было что-то подороже, потому что вот это вот средство стоит, ну, чуть-чуть не добрало до 3 евро. Соответственно, Катрис тоже недорогой. Поэтому получилось, что мое наполнение, ну, плюс-минус чуть побольше 50 евро. Тем не менее, я однозначно довольна вот этому средству. Хайлайтер тоже пригодится, ну, а вот эти три, они меня покинут. То есть получается, что бокс не был для меня вот настолько прямо вау, каким выгодным. Заплатила я за него, как всегда, 12,50. У меня был годовой абонемент с бесплатной доставкой в Германию. Но мы держим всегда моего посредника в памяти. Не забываем про него. Он-то свою денежку забирать не забывает. Вот этого средства, к сожалению, не окупила мне, конечно, полностью боксик. Но вот это за 22,90 можно сказать, что я купила. Купила бы ли я за 22,90 себе хайлайтер от Ларицы, это уже другой вопрос. Но вот, тем не менее, вот эти два средства, они прекрасные, они меня порадовали. Хайлайтер пусть и блесточками, но вот так вот я вижу, что он блестит шикарно. Да, ну здесь вот блесточки, ну ничего, на вечер, на какой-нибудь вечерний выход очень даже подойдет. Что ж, это был бокс августа, а сейчас давайте мы с вами погрузимся в бокс сентября. Что нас с вами ожидает в сентябре? Я вам уже полный спойлер делала, если вы это пропустили, тогда сейчас мы с вами все узнаем и все обсудим. В сентябре я, скорее всего, не буду получать Glossy Box. Мой годовой абонемент закончился, и это означает, что я должна либо подписаться заново на Glossy Box, на годовой абонемент, либо взять вот бокс месяца. Тогда он будет, конечно же, в разы дороже. Но мы с вами никогда не покупаем по полной стоимости, потому что всегда есть полезные коды. Как минимум, моя реферальная ссылка всегда для вас доступна. Она находится в описании к этому и любому другому моему видео. Чтобы не искать, вы можете открыть любое мое видео с распаковкой любого бьюти-бокса и найти все мои реферальные ссылочки, которые дадут вам, конечно же, немножечко возможность сэкономить. И вам приятно, и мне полезно. Что же касается вообще, в принципе, глоссибокса сентября месяца, то там нас ожидает, ну, просто обалденный вау-продукт лично для меня, потому что я обожаю бобор. Бобор, ампулы, это вот мое самое любимое от бобор. 39,90 стоит этот набор, и здесь будет 7 ампул, то есть это реальная полноразмерка. Это не 3 ампулы, как иногда нам тут подкладывают, а целых 7. Это курс. И это коллагеновый бустер ампулы. Вот ради них вполне возможно я возьму сентябрьскую коробочку. Но не уверена, потому что у меня бобор еще в запасах есть. Если бы не переезд, то даже вопрос брать, не брать, скорее всего, бы не стоял. Но ввиду переезда, то, конечно, мне нужно немножечко как-то скомпоновать все, что у меня есть. И да, и перевести. Смотрим дальше, что у нас следующий обязательный продукт будет у всех. Bea Beauty, и это массажер для скальпа. Такая пластиковая штучка, которую вы используете, когда вы только нанесли шампунь, и может быть, вот чтобы как-то вот помассировать кожу головы. Я всегда это делаю где-то, ну, раз в неделю, раз в две недели, если честно, я ленюсь. Но это вещь хорошая. 10 евро стоит за штучку. У меня есть, но не от этой марки. Следующее у нас от Foami. Это полноразмерка. И это пилинг для лица в твердой форме. Я не люблю такие средства, но есть, конечно же, те, кто обожает и использует постоянно, а те, кто избегает. Здесь у нас 4,95 за штучку.
Фуами, в принципе, такая довольно-таки среднебюджетная марка, которую вы можете купить в дрогере. Следующие уже идут варьируемые продукты, и нам может достаться от марки Далланде Олив. Я с ней не знакома, хотя название, мне кажется, знакомо. То есть визуально такое есть какое-то ощущение, что я где-то ее видела. Но однозначно она мега бюджетная. 1,99 за полноразмерку. И здесь у нас интенсивный крем. Крем, я так понимаю, для рук. И он будет, разумеется, с оливочкой, судя по названию этого бренда. Следующий из варьируемых – это Invisibobble. Ну как без резиночек? Вот пропустили в августе? Не было резиночек. Так вот, в сентябре, пожалуйста. 5,95. Здесь будет две штучки. Как вариант, это, кстати, Ice Ice Lady, не Ice Ice Baby, а Ice Ice Lady. И это штучка, которую вы вкручиваете, допустим, в кубышку. Вы сделали кубышку, ее вкручиваете, за счет нее кубышка держится. Но мои волосы вообще мало что может удержать, только шпильки и невидимки. Больше ничего не держат. Они любые резинки просто за раз съедают. Вот эти вот резиночки от Invisibobble у меня просто постоянно какие-то безразмерные становятся. И что бы я с ними ни делала, один раз использовала, и все. И снова приходится ждать, пока они вернутся, либо под горячую воду каждый раз, если вы не знали этот лайфхак. Чтобы вернуть резиночку Invisibobble обратно в ее естественный вид, нужно просто под очень горячую воду ее опустить, и она сразу зажмется до своих нормальных размеров. Так вот, как вариант, может быть еще вот эти три маленькие резиночки. Не удивляйтесь. Следующий варимый продукт – это у нас маска для лица, полноразмерочка за 3,95 от марки, которую я не знаю. Это On The Beauty 36,5. Насколько я вижу, она у нас с каким-то лимончиком. Вот, будет очень интересно. Да, я вижу БХА и АХА кислоты, так что поаккуратнее, только в холодное время. И она должна у нас, по-моему, даже пениться. Судя, да, это Bubble Mask. То есть это маска, которая будет, помимо еще того, что с кислотами, так она будет еще и пениться. Так, кто любит такое, пишите в комментариях. Следующий продукт, который очень часто довольно-таки к нам попадает, от марки L'Occitane, это их знаменитый крем за 8 евро, 30 миллилитров, это у них полноразмерочка такая, ну, у меня их в достатке. Тут для тех, кто не получил М-Азам и очень сильно переживал, он все еще может вам попасть, потому что, опять-таки, снова и в этом бьюти-боксе, как варьируемый продукт, идут вот эти вот карандашики для губ в разных вариантах. Здесь у нас получается 5 разных цветов. Бордо, красный, такой нежно-розовый, нюдовый и почему-то белый. Не знаю, кому нужны белые карандашики для губ, но может попасться. Следующая марка, здесь у нас мини-версия. 50 миллилитров тут написано будет, 7,99 стоит. И это лосьон, который придает тон вашему цвету вашей кожи. То есть получается такой автозагар от марки, которую я не знаю, это Vita Liberata. Звучит очень по-итальянски, скорее всего, какая-то итальянская марка, но я ее не знаю. Следующее, это снова варимый продукт, масочка, полноразмерка, одна штучка за 7-10 может попасться от марки Youth Lab. То есть здесь у нас маска, которая нам уже попадалась, как минимум у меня дома она есть. Следующие варьируемые продукты, вы еще не устали, а варьируемые продукты-то еще есть. Вот какой шикарный, просто нереальный выбор дает сам себе Glossy Box, чтобы, знаете, не заскучать, разнообразие вести вашу бьюти-рутину. Natura Ecos мини-версия, тут или-или, муру-муру, насколько я так вижу, это шампунь и получается кондиционер. Точнее, у вас будет или шампунь, или кондиционер. Очень бы хотелось получить их вместе. Хотя бы тогда можно было попробовать, но нет. 4,50 за каждый, 30 мл. Следующие варьируемые продукты – это Brave New Hair марка, мини-версия. И здесь у нас либо 50 мл за 7 евро. Это крем для волос. То есть, наверное, скорее всего, это либо маска, либо кондиционер. Либо у нас будет за 17 евро 75 миллилитров, это Leave-In Scalp Tonic. У меня была такая вещь, я вам рассказывала в пустых баночках, что я совершенно его не поняла. Это как водичка, вы просто водичку используете на свой скальп, никаких ощущений совершенно ни приятных, ни неприятных, никакого видимого эффекта, результата я тоже не увидела совершенно.
Ну, попользовалась, ну, было приятно, слегка как-то освежило мне корни, ну, как бы на этом и все. И, собственно говоря, мы на этом с валивыми продуктами тоже закончили. В октябре нас будет ожидать такая очень темная, насыщенная, лимитированная коробочка. Вот, судя по вот этой девушке и этой коробочке, мне кажется, в октябре будет очень интересно. Напишите, пожалуйста, в комментариях, что вы думаете по поводу сентябрьской коробочки. Если вы не подписаны на Glossybox, будете ли вы брать и какой продукт вас наиболее заинтересовал. Если вы подписаны, то понятно, вариантов у вас нет, брать придется, все равно спишется. Ну и ваши мысли по поводу, в принципе, абонемента от Glossybox, как вы считаете, стоит ли эта коробочка того, чтобы подписаться снова на год и каждый месяц ее получать, или все-таки смотреть, какой месяц лучше, и подписываться на месяц, пусть это будет чуть подороже, но тем не менее, как бы брать только ту коробочку, которая действительно понравилась. Ваше мнение мне будет очень интересно почитать в комментариях. Ну а пока что я на этом буду с вами прощаться. Прощаться исключительно до следующего видео. Не пропускайте. Желаю вам отличного дня, прекрасного настроения, позитива, таких хороших, классных эмоций. И, да, замечательной осени мы с вами потихонечку, маленькими такими шажочками, надеюсь, пока что маленькими, приближаемся к нашему любимому моменту, открытию адвент-календаря. Скоро-скоро и на этом канале. Ну а пока что, пока-пока!